А накануне центром олимпийского движения на один день стала Тверь. Пламя встречало множество горожан, по подсчетам примерно треть всех жителей. Среди тех, кому выпала честь нести факел, были известны спортсмены, ученые, врачи. Самый красочный этап – водный. Огонь провезли по Волге в сопровождении внушительной флотилии из 200 судов разных классов, в том числе байдарок и каноэ. Ведь в Тверской области гребля считается спортом номер один. А предшествовали этому целых 17 репетиций.